это наш второй видеоблог. Я уверена, что вы хотите это увидеть хотя бы еще второй раз. Я уверена, вы не забыли наши имена, потому что это наши имена. Сейчас я вам скажу. Нет, еще два, три. Сейчас я вам расскажу. Все, расскажу. Да, расскажу. Два, три. Сейчас я вам расскажу о супер-нубер. А я вам сейчас расскажу про супер-нубер. Новость, которую мне сообщили, повергла меня в шок. На самом деле ДНК банана и человека совпадает на 50%. Что нам делать? Даш, знаешь что, мне кажется, то, что ДНК твоего мозга на все 100 совпадает с ДНК банана. На самом деле нам писали очень много отзывов и на Ютубе, и ВКонтакте, и в Ask.fm, и в Твиттере, и везде. И знаете, все только об одном. Девочки, почему у вас нет темы? Девочки, о чем вы? Это, конечно, круто, вы, конечно, милые, красивые, классные, но, блин, но вам нужна тема какая-то. Да, поэтому в этом блоге мы уже решили исправиться и стали придумать какую-то тему. Мы хотим обратиться ко всем симпатичным мальчикам Киева, Украины, России, всего мира, конечно. Будьте смелее, вы как-никак парни. Почему мы должны делать первый шаг? Почему мы должны первые звонить и писать и так далее? Блин, Алиса, почему он мне не звонит? Ну почему? Так позвони сама, что еще остается? Я не буду ему звонить, а что, буду как слабачка? Ну а что поделать? Нечего делать. Чего он мне не звонит? Ну не звони, значит не нужен. Вот Дота шпили. Только когда посмотришь именно наше украинское телевидение, тогда ты можешь не только поржать, а еще и поднять свою самооценку. Украина! А сейчас мы вам покажем некоторые фрагменты из этих шоу. Мика Ньютон, «Белые лошади». Спасибо. Он очень трогательный. Меня вот вообще цепляет. Ну, какие-то переживания глубокие. Музыка очень глубокая. Слушай, ну это вообще какое-то наполнение. Вот интересно. Мне вот хочется узнать идею номера. Вообще. Я думаю, что он где-то на войне воюет. Enjoy it, see. Нашей страны. Тогда поехали дальше. Поехали. Мои носочки уже не такие белые. Вся надежда только на тебя. Подписываться на наш канал и ставить лайк. Не забывайте отсылать это видео своим друзьям. Всем пока! Уху! Никогда не делала. Два, три. С носочком? Три. Васёк, чего он мне не звонит? Я не пропивала. Я предупреждала. Я хочу делать пить. Даша! Сейчас я вам расскажу такую новость, которую вы... Нет, сформулировали. Белые. Знаете, вот нам очень много писали отзывов,
Что за голос? Что за голос? Давайте еще раз. На самом деле ДНК банана и человек совпадает на 50%. Что делать? А вы думали на 25%? Ты кто вообще? Свали!